В Одинцовском городском округе для наблюдения за хроническими пациентами применяют возможности телемедицины. В условиях ограничений и отсутствии очных приемов эта технология практически незаменима. Кардиологи, эндокринологи, ревматологи и другие специалисты Одинцовской областной больницы провели уже 924 консультации, в том числе и для пациентов с COVID-19, как уже излечившихся, так и тех, кто лечится дома.